Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Приветствую вас на своем канале Мода и GD, мой канал о моде и красоте, также об умном шопинге. Мне 37 лет, и я персональный покупатель. Кто-то спрашивает меня, что такое персональный покупатель. Я покупаю очень часто вещи, которые меня просят купить здесь, в Италии. Я сама иду в магазин и покупаю, потому что человек предоставляет мне артикулы, потом я все это пересылаю в Россию. Либо кто-то, кто заинтересован в той или иной покупке, покупает это в том или ином интернет-магазине, но интернет-магазин не отправляет в Россию, соответственно, все это пересылается на мой адрес, и потом я пересылаю на указанный покупателем, указанный моим клиентом адрес, поэтому я персональный покупатель. Скажу сразу для зрителей, которые случайно на это видео наткнулись, почему я выгляжу несколько опухшей, побитой и как будто бы не спала всю ночь, я болею. Соответственно, это видео будет записано в более медленном темпе, чем обычно я записываю. Но, тем не менее, это видео, да, я решила запустить как раз-таки потому, что, опять же, последнее видео про гречку, оно нашло большой отклик. Оно набрало много просмотров на моем небольшом канале, 1000 просмотров практически сразу, это очень-очень много. Соответственно, хочу сказать всем, кто готовится к гречневому марафону, это очень важно, подготовиться. Я прямо-таки призываю всех подготовиться к гречневому марафону. Каким образом? Если вы едите много сладкого, пожалуйста, сокращайте количество сладкого, сокращайте количество приемов сладкого, либо просто-таки прямо-таки количество. Количество, если вы, допустим, сладкое едите один раз в день, только с утра. Если вы привыкли есть целую булочку, съешьте половину. Как еще подготовить себя к гречневому марафону? Я вижу, что многих пугает идея продержаться на гречневом марафоне, либо что делать, если ночью захочется кушать, если вечером захочется кушать. Поэтому очень важно подготовить себя на положительный результат, который дастся вам с легкостью. Мы очень часто недооцениваем, скажем так, ментальную составляющую нашего успеха. На самом деле это очень-очень важно, настроиться на позитив. Вот вы не представляете, как это важно, это может быть похоже на магию, именно поэтому люди рациональные, с рациональным складом ума, с рациональным восприятием действительности, каким являюсь прежде всего. Я очень рациональный человек, и в эту гречку никогда особо я не верила, результаты имели место быть, никогда особо я не верила вот в эту молочную продукцию, исключение ее из рациона, к чему это может привести, потому что, ну, рациональный я человек как-то, уж не знаю, на чем были основаны мои суждения, сейчас даже затрудняюсь сказать, никаких особых книг я не читала о пользе, например, мяса в нашем рационе, о пользе белка в нашем рационе, но вот скептически относилась ко многим другим суждениям, хотя считала, что все имеет место быть, все имеет право на то, чтобы кто-то преследовал такой рацион и питался именно таким образом, сейчас говорю прежде всего о вегетарианстве, но сама относилась к этому, повторюсь, не столько несерьезно, сколько вот с неким скептицизмом, и все поменялось, когда я исключила сладкое, исключила из своего рациона, молочную продукцию оставила, только гречку, и поскольку я стала человеком гораздо более мудрым, чем когда-то, когда я была студенткой, я тоже рассказывала в начале своих видео, что я тоже чистила свой организм на гречке, уж не знаю, от чего его можно чистить в 20 лет, я заметила потрясающий эффект на своей коже. У меня была кожа как фарфоровая, поэтому, в общем-то, и для этого гречневого марафона была выбрана гречка, потому что вот когда-то я на ней сидела, результат мне очень-очень понравился. Но, повторюсь, я стала человеком более мудрым, я сразу отследила изменения в своем состоянии, в том, как я себя чувствую, как я себя ощущаю, и именно поэтому вот гречка меня поразила. Так вот, повторюсь, что какие-то вещи, они похожи на магию, вот на самом деле на магию, но, тем не менее, это нужно признавать, это так, как это работает, не столь важно, главное, что это эффективно работает, поэтому, пожалуйста, настраивайтесь на успех. Если вы хотите просидеть на гречке 7 дней, не думайте, что вы просидите только 5 дней, думайте, что вы просидите 10 дней, что вам будет легко, что вы сможете, тем более, что многие люди по всему миру меняют свое питание, кардинально меняют свое питание, многие люди со 100 килограмм худеют до 60 килограмм, поэтому, в общем-то, если у вас стоит вопрос именно похудеть, сбросить какие-нибудь 5-7 килограмм, то вы уж наверняка это сможете сделать, потому что люди наверняка с такой же силой воли, возможно, с меньшей силой воли, они достигают больших результатов, и все возможно, все реально, поэтому настраивайтесь на позитивный исход дела. Повторяюсь, очень часто мы недооцениваем ментальную составляющую того или иного успеха в нашей жизни,
Но, тем не менее, это работает как магия, и это самое главное, это работает. Поэтому, пожалуйста, настраивайтесь на то, что вам будет легко, настраивайтесь на то, что никаких срывов у вас не будут, а если они даже и будут, вы просто без чувства вины перешагнете через этот срыв и начнете все с белого листа на следующий день. Настраивайтесь на то, что все будет как будет, что результат, который вы хотите достичь, вы его достигнете. И на самом деле визуализация вашего успеха, в данном случае, опять же, у каждого он будет свой, у кого-то он будет в килограммах, у кого-то он будет в количестве дней, которые вы сможете бодро прошагать и весело прошагать по гречневому марафону, он очень-очень важен. Настраивайте себя на позитив. Поэтому это второй аспект, как подготовить себя к гречневому марафону. Хочу сказать, что в который раз я убеждаю, что нет худа, что называется, без добра, поскольку я очень сильно заболела, у меня была высокая температура, и я, следуя рекомендациям, которые озвучила в видео специальному, посвященном, как вылечиться быстро от ангины, гриппа и так далее, я, в общем-то, ничего не ела вчера, сегодня я попила чай, и у меня нет аппетита, и, соответственно, я следую за своим желанием ничего не есть. Если сегодня у меня этого желания не возникнет, то у меня уже будут, наверное, вторые сутки голодания. Как видите, я не падаю в обморок перед камерой, как видите, я для человека, у которого ночью была высокая температура, не сегодня ночью, прошлой ночью, соответственно, две ночи назад, я хорошо выгляжу и нормально и бодро разговариваю. Соответственно, я нахожусь в неком лучшем положении, чем все, кто стартует со мной в понедельник, потому что я вот прям-таки буду максимально подготовлена, то есть мне эту гречку тогда есть не особо захочется. Кстати, вчера я сварила себе гречку и приготовила овощи для своих детей. У меня, хочу сказать, все идет с огромным успехом в плане замены рациона у детей. Я обязательно посвящу этому отдельное видео, как только поправлюсь. Но, тем не менее, вчера эту гречку я не съела, и, наверное, все-таки съем ее сегодня, но, опять же, не в обед, а где-нибудь часа в 4. И, соответственно, расскажу вам обязательно, съела ли я эту гречку. Поэтому я выйду очень подготовленная, как, в общем-то, и подготовленная я была к до этого марафону, который стартовал примерно 2,5 месяца назад. Я хотела начать для себя эту гречневую диету. Я уже мало ела, я редко ела, поэтому, пожалуйста, готовьте себя к тому, чтобы начать есть только гречку, пить только чай. Мне многие пишут, что зеленый чай, его большое потребление, это достаточно опасно, поэтому, пожалуйста, зеленый чай, самая обычная ромашка, самый обычный шиповник, чередуйте в течение дня, это даст вам некое разнообразие во вкусах, ну и плюс вы не подвергнете себя риску, если действительно так, что и шиповник больших количеств не очень полезен, и чай зеленый в больших количествах также может быть опасен. Поэтому, да, гречка, заправленная небольшим количеством, в идеале льняного масла, оно самое полезное. Если нет у вас льняного, любое другое растительное масло, и чай в любых его вариациях, зеленый, шиповник, ромашка, все что угодно, все что вы можете найти, каркаде тоже подойдет. Есть такой красный чай, он не каркаде, такое растение, цветок, очень тоже полезный. Соответственно, это растение в качестве чая тоже подойдет. Ну, любой чай подойдет. Исключайте сладкое, исключайте соленое. Опять же, по поводу соленой гречки часто меня спрашивают. Если вы боитесь, что вам будет очень тяжело на несоленой гречке, потому что вы привыкли есть соленую еду, например, в моей семье это не так. У меня даже дети не едят соленую еду. И, кстати, залог успеха того, что я ввожу им очень много овощей в рацион, заключается в том, что я солю эти овощи, и поэтому они кажутся им очень вкусно. Они не привыкли к соленой еде, безусловно, я это делаю в минимальных количествах, но поскольку они едят обычно пресную еду у меня, то они, в общем-то, любая соленая еда кажется очень-очень вкусной. Поэтому, пожалуйста, подсолите гречку, если вы боитесь, что вам будет тяжело, потом просто... Это был курьер. Сегодня удивительно, с одного и того же сайта мне пришло две посылки. Одна моя, я ее уже открыла и примерила. А другая посылка тоже с диффузионной тессери. Это сайт, мой любимый сайт, потому что это сайт сток прежде всего Макс Мара, Морелла, Макс Эко, а также Марина Ринальди. Но посылка не для меня, посылка для человека, которого я должна буду переслать в этот раз в Россию. Диффузионный тессели не отправляет за пределы Италии, соответственно, все, кто хотят попасть в этот магазин, есть также магазин на физическом выражении, то есть не только интернет-магазин, должны будут туда либо доехать, либо добраться, либо воспользоваться моими услугами, чему я очень-очень рада. Итак, я говорила о том, чтобы изначально подсаливать гречку, и ничего в этом страшного я не вижу, потом убирайте гречку. Я уверена, что люди, которые просидят хотя бы 7 дней на гречневом марафоне, гречневой диете, как угодно можно назвать, исключив все мало
молочное, исключив в том числе этот знаменитый кефир. Я изначально думала, что можно гречка и кефир, но у меня с кефиром, скажем так, изначально не сложилось. Я просто не хотела пить кефир. А раз я не хотела пить кефир, я слушала свой организм и не пила кефир, пока у меня не разложила нос, пока я не стала интересоваться этим вопросом и не поняла и не открыла для себя, что да, молочная продукция, она, в общем-то, ведет к заложенности носа, к образованию слизи в гортани, в носу, а также в пазухах. Соответственно, вот мое удивительное открытие было таково, что исключив молочный, исключив сахар, то, что изначально я исключала, ну, для того, чтобы добиться хорошего цвета лица, привело меня к тому, что я просто-таки стала себя чувствовать по-другому, произошли изменения в моем здоровье. Кстати, то, что я заболела сейчас, я связываю как раз-таки с новогодним застольем. Я не рассказывала, что я поела на Новый год, и, наверное, бы не стала этого делать, потому что я съела немного. Я, в общем-то, как хотела провести новогоднее застолье, так все и получилось. Примерно 4-4,5 часа я съела огромную тарелку тушеной капусты. Я очень люблю тушеную капусту. Все это запила самым обычным выжатым соком из этой же капусты, соответственно, жмых потушила и съела большую порцию как раз-таки для того, что знала, мы будем дольше сидеть, я уйду спать не так рано, как обычно, соответственно, чтобы у меня не мучило чувство голода, которое, безусловно, приходит во время еды, я вот так плотно-плотно поела. Поэтому на момент, когда мы сели за стол, я совершенно не хотела есть. Я съела 4 устрицы. Я съела 2 или 3 креветки из пасты с морепродуктами. Кстати, я очень хотела съесть эту пасту, когда ее готовила, когда ездила на рынок покупать морепродукты. Но в момент, когда я села за стол, я просто прислушалась к себе и поняла, что я уже сыта, я есть не хочу. Я съела несколько креветок, если не ошибаюсь, это были 3 большие креветки. И также я съела вот прям-таки 2 вот таких кольца, кальмара, наверное, это даже не знаю, что это, какой-то морской гад, но это был белок, безусловно. И когда стали разрезать торт новогодний, я тоже попросила себе кусочек, я съела от маленького кусочка, обычно это просто, ну, столько я сразу в рот раньше отправляла, то вот от этого маленького кусочка я вилкой откусила и поняла, что торт не доставляет мне никакого гастрономического удовольствия, соответственно, я его отодвинула, он показался мне не очень вкусным, слишком сладким, и есть я его не стала, поэтому на новогоднюю ночь я поела очень много, очень мало, но много белка, то есть по сравнению с моим обычным рационом, который я соблюдала уже 2,5, наверное, месяца. Тот факт, что 19-го мы праздновали день рождения моего мужа, плюс мы ходили с родителями в ресторан, потом было Рождество, потом случился Новый год, соответственно, все-таки это пошатнуло мою диету, но тем не менее я сейчас уверена, что именно это пошатнуло мой иммунитет. Я много раз говорила, насколько я человек склонный к тонзиллитам, вот такие состояния с температурой, с болью в горле, с каким-то кашлем, заложенностью носа, которое, кстати, не случилось в этот раз, у меня абсолютно прекрасно дышит нос, никакой слизи не выходит. Я это тоже связываю, безусловно, с тем, что я исключила молочные, а также крахмалосодержащие продукты. Так вот, я считаю, что все-таки я заболела, потому что я свой иммунитет пошатнула большим количеством белка, которое для меня уже было непривычно. Поэтому, пожалуйста, готовьтесь к вашей диете, отнеситесь к этому с одной стороны очень серьезно, а с другой стороны настройте себя на успех. Как вы настроите, я уверена, так оно и пойдет. Не скидывайте со счетов вот эту вот моральную составляющую вашего успеха, моральную составляющую, вот этот именно настрой на то, что все, что вы задумаете, вы не просто достигнете, а вы сделаете это очень-очень легко. В понедельник я замерю свою талию, взвешиваюсь, надеюсь, что не забуду, и, соответственно, стартанем все, кто хочет стартануть. Знаю, что в России Рождество будет праздноваться в понедельник, это 7 число, поэтому, пожалуйста, если вы не начнете в понедельник, присоединяйтесь во вторник, но я начну в понедельник, потому что Рождество здесь мы уже отправили. Всех с наступающим Рождеством, кто будет отмечать уже скоро-скоро Рождество. Всем хорошего, позитивного настроя на любые дела, которые вы задумали, а мы с вами увидимся очень-очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.